Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Информация для абонентов газовой сети. Просьба передать показания счетчика до 31 декабря 2020 года. Информация о способах передачи показаний размещена в счете за газ и на сайте orenburgregiongaz.ru. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. В Кушкульские теплицы требуются тепличники, фасовщики, продавцы, инженер-механик, инженер-теплотехник, инженер по эксплуатации зданий. Звонить по телефону 387-722. В столовые в городе Оренбурге, в городе Ясный, селе Тоцкое требуются повара, помощники повара, работники кухни. В Оренбурге также требуется заведующий пищевым производством. Обращаться по телефону в Оренбурге 48-00-04. В Оренбург Межрайгаз требуются автомойщики, желательно с опытом работы. Сменный график, заработная плата 17 тысяч рублей, стабильная выплата, телефоны 34 16 10, 34 17 39. В муниципальное предприятие требуются кондукторы и водители автобусов, соцпакет. Оформление по Трудовому кодексу. Звонить по телефонам 48 30 71 или 24 57 26. Предприятие «Комсервис» приглашает на постоянную и сезонную работу водителей грузовых автомобилей и трактористов. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Соцпакет. Обращаться в Оренбурге, улица Терешковой, 154. Звонить по телефонам 61 52 21, 8 987 775 86 67 или 8 922 880 08 90. Объединенная транспортная компания приглашает на работу бухгалтера. Требования: опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера от 3 лет. Оформление по Трудовому кодексу. Звонить с 8 до 16 часов по телефону 20 35 19. В управляющую компанию требуются дворник, мастер по санитарии, уборщица подъездов, водитель с личным автомобилем. Телефон 48 40 80. В магазин требуются продавцы-комплектовщики, колеровщик и дворник для уборки территории компании. Звонить 54 03 20 8 912 345 71 61. Требуются охранники. Телефон 28 01 05. Предприятию ПСК «Вектор» требуется машинист башенного крана, РДК, электрогазосварщики, начальник ПТО и юридического отдела, инженер технадзора, начальник сметного отдела. Телефоны 540 925 или 22 99 28. В столовую на улице Монтажников, 18, требуется кладовщик и помощник повара. Телефон 20 55 14. Требуется уборщица. Звонить 8 912 846 05 59. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55 77 31. Требуется уборщица подъездов. Звонить 8 987 346 7202. Требуется расклещик объявлений. 1000 рублей в день. Звонить 23 13 28. На продуктовый склад требуются грузчики. Зарплата 20 тысяч рублей. Телефон 300 133. В автосалон «Лада» требуется уборщица, инженер по гарантии, мастер-приемщик, продавец запчастей, руководитель сервиса, руководитель отдела запчастей. Обращаться улица Монтажников, 18, телефон 75 49 59.
требуется продавец. Звонить 38 77 77. Требуется водитель категории БЦ. Зарплата от 25 тысяч рублей. Телефон 8 919 843 6406. Требуется дворник на АЗС по улице Монтажников. Звонить 97 95 20. Требуется уборщица в торговый комплекс «Кристалл», проспект Гагарина, 23В, телефон 71-85-92. Требуются автомойщики. Звонить 60-20-25 или 8-922-550-50-25. Требуются лицензированные охранники. Телефоны 8-932-554-96-41 или 8-922-813-08-47. Требуются газорезчики на металлобазу. Телефон 8-903-398-00-83. Требуются уборщицы на улицу Донгускую и проезд автоматики. Телефон 67-62-47. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.